17 ноября у нас начал работу региональный штаб всероссийского проекта «Мы вместе». Это проект, направленный на помощь пожилым и маломобильным гражданам в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Мы запускали данный проект первый раз весной, и он получил очень хорошую обратную связь, и помощь была оказана более чем 10 тысячам человек, и неоднократно поступали просьбы продолжать данный проект, но с тем, что сейчас ситуация у нас ужесточилась, мы решили заново запустить, так как есть спрос. Мы приглашаем всех активных жителей нашего края помочь другим людям в данных условиях и вступить в ряды волонтеров нашего штаба. Для этого нужно позвонить по специальному номеру телефона и сказать, что вы готовы оказать поддержку. Поддержка нужна любая. Нужны человеческие ресурсы, нужны те люди, которые будут помогать развозить продукты, нужны люди на собственных автомобилях, нужны просто ребята-активисты в штаб, которые могут принимать звонки, так как сейчас идет напор, вот звонков все больше и нужно, соответственно, все больше людей. Штаб работает следующим образом. С 9 утра до 14 часов операторы принимают заявки от пожилых и маломобильных граждан на доставку продуктов и оказание прочей помощи. Это может быть, как я уже говорила, продукты, либо выгул собаки, либо доставка медикаментов. То есть любая помощь, которая необходима человеку, который находится на самоизоляции и не может сам выйти за пределы собственной квартиры. До 14 часов принимаются заявки, после 14 начинается развоз по заявкам. Соответственно, нужны ребята, которые будут до 14 заявки принимать, и после 14 уже заниматься непосредственно развозом. Весной мы реализовывали проект с бесплатными продуктовыми наборами, но это появился меценат, который на всероссийском уровне, скажем так, раздал деньги регионам для того, чтобы мы могли закупить бесплатные продуктовые наборы, плюс мы подключили спонсоров. В данных условиях сейчас пока что этот вопрос прорабатывается, то есть сейчас мы работаем на заявках именно за счет самих заявителей.